Всем привет! Сегодня у нас 16 августа. Вот, выдалась у нас минутка свободного времени, это часик. Решили мы сходить на рыбалочку. Время у нас где-то 6 часов вечера примерно. Вот, большая волна. Ветер, в принципе, не сильный. Вот, сегодня с нами опять Виталий Николаевич. И с нами сегодня еще Петр Евгеньевич. Приехал он к нам с Москвы погостить, заодно решил с нами сходить на рыбалку. Вот его первая поклевка, он опустил удочку, сразу у него клюнула небольшая пикша. Вот, ну рыба здесь не клюет, что-то будем переходить дальше. Вот такая у нас красота. Можно за борт упасть, не страшно. На улице где-то 27 градусов, наверное, температура у нас сегодня. Уже не жарко, уже можно жить. Это не 42 в тени, когда-то было у нас совсем недавно. Ну ладно, будем ловить. О, Петруха поймал у нас. Отпускается? Да, я такую маленькую отпускай. Да, Николаевич, что там? Ритка, давай ее. Ведерко. С ведерка она переместится в садочек. Оп. И ушла в садочек. Там уже немножко плавает. Пару рыбин. Ждем остальных. Крупная рыбина, что непонятно, есть она там или нет ее, да? Была большая. Маленькая. Малек. Ну это пусть растет. Пускай растет. Кого-то тянут тут. Петруха кого-то тянет. Кого? О, какая ставрида хорошая. Подымай, подымай. Хорошая ставридка. У меня сидит. Красивая. Да, Николаевич. Это выпустим. Племенную вытянул. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, какая она, да? Так, где там? Сюда? Снова Петруха кого-то тянет тут. Опять хорошая ставрида. Две даже. Ох, красавцы какие. Снимай, снимай. Ай-яй-яй. Не падать. Не надо падать. В воды не упадешь. Ну мы там поднимем, если что. Молодец. А мы сидим, да? Да. Молодец. Одним словом. Кого вы там тянете? Она учит, как рыбу ловить. Да. Кто там у тебя? Здоровяк какой-то, да? Нет, аж две. Аж... О, молодца! Ой ты, сучка, а. Ну там маленькая упала. Подвеска. Молодец. Так, Виталий Николаевич, тоже кого-то поймал. Одну. Слабенько. Ну ничего. Вдруг вытащил такую зачетную ставриду. Прям такая красавица вообще. Респект тебе и уважуха. И вам не хворать. Молодцуха. Давай. Кто у вас там? Петр Евгеньевич, никто? Уж сошла? Сошла, сошла. Виталий Николаевич там кого-то тянет. Меня не сойдет, у меня скоро. И меня зацепил. Ну давай, ладно. Не, ничего, ничего. А, вот, давай, давай. Ставридулина какая хорошая. Красавица, она долбанула, я почувствовал. Долбанула, и мою леску даже оббежала. Молодец. Я же тебе говорю. Там штормит пиздец. О, Вячеслав Саныч, молодца, бля. Поднабрал. Набрал, да. Ай, бля. Ай, бля. Ай, бля. Вот очередная поклевочка у нас.
наверное, с тавридочках. Бьется. Да нет, он по кончику видно бьет. Есть тавридуля. Сегодня у нас Петро фаворит. Да. Авангард. Да. Молодец. А мы пассажиры. Да, мы пассажиры сегодня. Вот так вот. Бывает такое у нас. У нас уже солнышко садится. Уже село даже. Солнышко уже. Да, сейчас будем выходить. Ой, скоро. Пойдем к дому. Зачем где-то? Вот прямо здесь за борт еще нормально. Здесь берег далеко. Вдруг не достанете. Достанем. Вот, только на него принесло. Ну что, друзья, вот подошла к завершению наша сегодняшняя рыбалка. Рыбалили мы 3 часа. Волна приличная, но клев все равно был. Рыбка есть. На ужин, на жареху. Все прекрасно. Все довольны. Да, все отдохнули. Все счастливы. Все отдохнули. Все получили несказанное удовольствие рыбалкой. Петя, доволен? Доволен еще как. Я доволен. Я доволен. Виталий Николаевич доволен? Я всегда доволен. Да, все, конечно, все отдохнули после работы, потому что эти трудовые будни, они будут всегда. А надо когда-то и отдыхать, уметь. Можно сойти с ума если. Не, ну сегодня Петя у нас, конечно, отличился в лучшую сторону. Наловил больше всех он. Да, хорошая рыбу подвесочка была. Крупнее всех. Вот. Удачная была подвесочка, можно так сказать. Вот такой. Отработала свое, оно полностью. Да. Лов. Достаточно. Неплохо. Много нам не надо. Вот. Мы ее продавать никому не будем, а для нас хватит. Так, ну ладненько, все. Всем пока. До новых встреч.